В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено несколько десятков жилых домов на Ринмаре, поселке Красное. Это не заголовки новостных лент, а легенда командно-штабных учений окружного поисково-спасательного отряда. Тренировки по ликвидации и спасению жителей от природных и техногенных катастроф сегодня одновременно стартовали во всех 85 регионах страны. Первый день всероссийских учений посвящен ликвидации последствий, связанных с весенним паводком. Всего по России к тренировке привлечены десятки тысяч людей и техники. В нашем регионе масштабы поменьше. Всего 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Но задачи окружных спасателей глобальные. Сегодня по замыслу первый этап у нас идет паводковая обстановка, которая сложилась неблагоприятная на территории НАУ. То есть это река Куя. Критическая отметка у нас воды. По легенде тренировки, вода в Куе поднялась до 6 метров 20 сантиметров. Подтопленными оказались десятки домов в Красном и на Ринмаре. В 6 часов утра на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. А уже в 9 в районе старого аэропорта был развернут мобильный штаб МЧС. Все силы и средства выдвинулись на место условной чрезвычайной ситуации. Выполнили все те задачи, которые были поставлены. Организовали видеоконференц-связь с вышестоящими органами управления МЧС России. Продлятся всероссийские учения 3 дня. Вторым этапом станет тренировка по оперативной загрузке техники и личного состава вертолеты для переброски в другие регионы страны или населенные пункты региона. Завершатся командно-штабные учения отработкой действий при пожаре. По легенде, возгорание произойдет в одном из торговых павильонов города. Алена Валеева, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».